Вот про это я вам говорил. Летом тут тень под каштаном. На улице жарко. Идем с рыжиком к морю. Закусить надо, рыжик. Что, не хочешь кушать? Ну вот. На улице тепло. Так вот пенсионеры загорают среди деревьев. Тенечки. Не загорают, а отдыхают. Ну, я имею в виду, отдыхают, типа загорают. Вон туристы тяпают куда-то. Турист тоже идет на море, хочет купаться. Тоже. Буквально все лавочки заняты, пока идешь. По Пушкинской. Прибыли на набережную. Ветерок поддувает. А море какое красивое сегодня. От кафе остались одни уши. Обидно, обидно. Ёпарас, это тут что, шторм был, что ли? Вода у берега грязная. Походу шторм был. Однако. Их родовой, карты старые лягут, как и вы, на платок с бахромой по краям. И цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям. Ну что сказать, желает знать, что будет. Волнуется море. Солнце слегка пригревает, и такой ветерок морской вообще ништяк. Ну, в интернете 21 градус есть, на самом деле не знаю. Наверное, так и есть по ощущениям. Но время-то уже 5 минут 5. Температура самое то. Вот здесь я снимал ролик позавчера, а вы говорите, да тут не устоишь вот от этой волны, она бьется, она сбивает, а там камни, вообще не устоишь на месте. В этом участке всегда вот эти волны бьют. Ну что, ищем, ждем Барбоса, пусть сам ищет нас. Рыжик, линяешь ты круглый год. Кораблики ходят, он пошел. Слушайте, я привел рыжика купаться, а он вырыл в тени вон песок и это улегся. Дает. Турист тенек любит с нормальной травой. Ну еще покорвыкайся, что-то. Отвлек я его. Thank you.
Ветерок такой. Рыжик с музыкантом тащится. Стрелку забили мне у ботана, вот теперь стою и жду, вот больше так не делайте. Ну ты чё там, жить остался что ли? Подрастает. Вырыл яму. Загорает. А вы что, со своей собакой приехали? Да. Своей собакой приехали. А где вы на Ютубе смотрите? Только на Дзене. А комментарии не пишете? Пишу и очень часто деньги отправляю. А кто вы? Козина Елена. О, как? Козина Елена. Елена Козина. И так обозначены вы там? А, что скрывать-то? Я уже столько лет, что ничего скрывать-то. А что-то... Я не помню Козина фамилию. Смотрите. Внимательно. Так вы только на Дзене смотрите? Да. Спасибо. Я уж как приехала, я на все время так не смотрю. А это муж ваш, да? А вы на чем приехали? На машине? Ну, с собакой хорошо, на машине, а то... Ну, не везде берут. На поезде. Ну, как, сложно? Ну, естественно. А я не знаю, бушка это или нет? Да он все подряд ест. На траву бросайте. То мы приносили мясо и кости. А теперь я говорю, ну, я не могу так это... Придет он, нет, вчера вот Рыжика не видели. Пришлось чужих собак кормить. Рыжик, не видели тебя. Искали, искали. Барбоса не видели. Вот когда праздник был 5 числа, праздник мушки, там вот ага. Таких платьев все были. Да, да, да. Там вот были это. Ну вот, мы проходили мимо этого праздника. И вот там были. Я не знаю, печеньки. Рыжик, ну ладно, счастливо отдохнуть. Давайте.
А? Да завтра в это время же вечером. Или как вас тут скажут, нам все равно. Цвет моря, смотрите какой. Напугались? Кашляют как, да? Чихают туристы. Туристы как кашляют. Рита у них собачка. 6 лет. Двадцать два градуса показывает. Что-то жгут, что ли? Запах какой-то. Пластмассом. Ель просто чудо. Подписчики живут вот в этой гостинице Таврида. 2000 в сутки, короче. Людей мало, поэтому, наверное, цены такие. Здесь жили и Булгаков, и кто тут только не был из писателей. Некрасов, Боткин, Чехов, Бунин. Маяковский, да. Президент отель Таврида построен в 1875 году по проекту архитектора Винберга. Реконструкция в 2005 году была реконструкция. Ну что, присаживайся, Рыжик. Да варенье нам привезли. Я говорю, делать вам нечего больше. Ну здесь хорошо, в смысле, лавочка, платан, тенек такой тут. Фонтан здесь есть, да? Клево здесь. Как же мне нравятся вот эти вот колонны. Четко. Да. И плитка здесь такая свежая. В продолах. Первый этаж у них. Не балуйся. Поэтому балкона нету. Вот такая кровать. Рита, диван. Телевизор. Телевизор, да? Сколько места? Ага. Ну, он чужака учуял. Скажет, это что за типок пришел? Вода все есть, тут горячая, холодная, да? Да, все есть. И вон это, ванна, туалет, и все это. Здесь я праздник, что... Свет есть? Есть, конечно. Для подписчиков интересно будет, что здесь за тема. 2000 душ. Ну, ладненько, до свидания. До свидания. Ага, счастливого отдыха. Приятно было познакомиться. Ага. Парк Некрасова. Вот нас загрузили гостинцами, вареньем. Идем искать Барбоса. Ветерок продолжает дуть. Ну что, пойдем еще подойдем, покажем Яночке, что мы можем. В туалете. Опять очереди нету.
Рыжик, отстань от него. Беги, 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 беги. Да что ты? Сейчас гавкает, начнет. Что ты, что ты, да что ты? Да что ты, что ты, да что ты? Бормотик. Бочонок, бочонок ты кругленький. Пошли, кушать тебе принес. Нельзя пить рыжик. Фу, фу, нельзя рыжик. Барбос в отказ пошел. Ну, надо с ним поговорить. А, вот есть. Иди в кусты. Или здесь будешь. Ну, это твои проблемы уже где есть. Строго на траву. Вот пьет воду, черт побери. Сейчас ругал его. Рыжик трапезничает. Хорошее место он выбрал. Ты хорошее место выбрал, рыжик. Поляну накрыто себе неплохую. Пошли, турист, на остановку. Хватит дурака валять. Пора и честь знать. Киты, барашенки, нога. Шевели колодками. Пес смердячий. Вон собаки, смотри, загрызут тебя сейчас. Вы нас не трогайте. С ним пока до дома доедешь, с ума сойдешь. Это магнолия? Да, от магнолии листья падают, опадают. Вот куст увидел еще. Ты нюхать будешь или нет? Надо, надо, рыжик, надо. Как же так? Блядь, как он меня тащит на эту поляну? Да я сам хочу тут пройтись, рыжик. Ну нельзя нам ходить здесь. Вот эти розы впереди какие. Тут свисают такие ветви ели. Вообще чудеса просто. Любопытная Варвара, все надо знать ему. Народ везде, короче. Много людей с собаками ходят. Очень много в Ялте людей с собаками. Свежо, да, рыжик? Пошли. Яблоко в магазин. Попить не хочешь? Ништяк вода. Замечательная водичка. Кстати, Ризи, Казян. Барбосу на колку дай. Где воду пить?
Время уже 7 часов. Сбер. Теперь называется Сбер. Я карту здесь сделал. У меня Ростовская область, по-моему, там написано. Не Москва Вавилова, а Ростовская область. Лук дорогой, 75 рублей. Лук репчатый, фасованный, 59. Свежий, короче, 75. Картошка 45. Апельсины, персик. Клубника столько, виноград столько. Не знаю, что это такое. Абрикос 199. Нектарин 299. Груши. Слива. Что такое? Помидоры по 135. Огурцы 89. Такие огурцы по 95. Лимоны дорогие. Я только лимоны беру здесь, больше ничего. Ну, еще чеснок беру, чеснок тоже дорогой. Чеснок тоже дорогой. Вот, пожалуйста, скидон 115. Урожай на 95. Маленькие, литровые. Смотрите, одни кости говяжьи, видите? А 75 рублей стоит. Я уж обрадовался, думал, нашел рыжику. Тут вот смотрите, что есть. Яблоки еще. Говядина, жилы там, хрящи разные. Вот это вообще свининая обрезка какая-то. Ну, жир, короче. Свининая шкура 25 рублей. Короче, вот это все жирные шкуры, вон свинья обрезанная, 83,75. Кости, они пустые, эти кости. Я взял килограмм, короче, этих спинок куриных, отварю и дам ему. Магазин яблока. Курица была 320, а теперь она 40, 420.
на сотку прям раз залетело. Туристы приехали. 32,90 за 100 грамм было. Сейчас 42,90. Так, нам сюда. А для себя не знаю брать, что, короче, не знаю просто. Просто не знаю. Ну вот яички 69, 70, 102, 94, 101, 107. Да, яички взял, сейчас возьму огурцы, помидоры, салат сделаю, все нормально будет. 89 короткие огурцы. Вот это вот сейчас возьмем. И помидоры по 135. Лук взял. Под вечер весело здесь, музыку там где-то громко включили. Затарились мы с тобой, вроде ничего не взяли, а бабки ушатали, да?